Все вместе, в общем, очень приятно. Но я точно знаю, что теперь я буду заниматься собой. Я хотела бы показать Наталье более детально, указать на те изменения, которые произошли с ее лицом во время сеанса. У нее разгладилась носогубная складка и справа, и слева. Если вы помните, она была несколько глубже. За счет того, что происходит нависание щеки, это является возрастным процессом. Разгладились гусиные лапки, так называемые, это морщинки вокруг глаз. Разгладились морщинки горизонтальные на лбу и вертикальные над носом. Более того, если посмотреть в профиль, немножко ушло провисание кожи лица и подкожные мышцы лица. Улучшился цвет лица, кожа стала более светлой, пигментация не так заметна. И, в общем, омолаживающий эффект достаточно выражен. Однако, хочется сказать, что данная процедура имеет накопительный результат, и при регулярном пользовании этой косметики, то есть результат будет гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас. Боже мой, ощущение, прямо как будто... Как будто я сбросила, не знаю, кучу лет. Буквально девочка. Не знаю, что мне скажут дома. Дай бог, что пустили. Спасибо большое. О, здравствуйте. А кто это? В самом деле, это кроме шуток. Я себе нравлюсь. Честное слово. Да. Косметикой пользуюсь уже чуть больше недели. Результаты действительно потрясают. Почему? Потому что ежедневные подходы к зеркалу, они видимый результат дают. Вот. Во-первых, дисциплинируют себя как женщину, потому что каждое утро, каждый вечер необходимо нанести необходимые косметические средства. Это раз. Вот. Во-вторых, опять же, подходя к зеркалу, я вижу яркие изменения, не только я, но и мои близкие, но и мои друзья. Почему? Потому что 2-3 дня ты человека не видишь, и результат действительно потрясающий. Уходит потемнение под глазами, кожа подтягивается, овал лица становится лучше, значительнее. Вот. И опять же, так как уже было сказано, результат накопительный. И я думаю, что если регулярно придерживаться тем рекомендациям, которые даются нашей косметикой, спустя 1,5-2 месяца результат будет действительно великолепный. Я хочу предоставить микрофон серебряному мастеру компании Федору Касапу. Я хочу сказать, что у меня жирная кожа на лице, и у меня на лице была краснота, поры у меня очень крупные, и получилось так, что моя супруга очень серьезный косметолог, скажем так, и она мне делала различные маски, но эффект был очень слабенький, мало что изменялось. Неделю назад мы приобрели Solution 7, и она мне сделала мастер-класс первый день. И я хочу сказать, когда подошел к зеркалу, вот эти ощущения, что люди сегодня рассказывали, это просто не передавать. Вы не пожалеете, если будете, вам порекомендуют эту косметику. Пожалуйста, даже не сомневайтесь. Мазур Галина. Галочка, как? Член клуба. Как давно вы пользуетесь? Получилось так, что на презентации косметики я была вот этим подопытным кроликом, который, в принципе, я для себя сделала какой вывод. Вот как я пришла и как я вышла, я на следующий день купила эту косметику. У меня сегодня 4-й день. Кто меня видит и знает, посмотрите на мое личико. Оно изменилось уже буквально на ваших глазах. Мои знакомые и соседи уже это заметили. Я пользуюсь 4-й день. У меня только одна подтягивающая маска. Изумрудный директор компании «Международный коралловый клуб» Климутина Наталья. В принципе, я очень давно искала уже что-то подобное и очень была обрадована, когда нам представили новую линию антивозрастной косметики. Вот. Что я могу сказать? Неделю я пользуюсь этой косметикой. Восхищение сегодня Федора Акимовича мне очень понятно, потому что действительно очень приятно все это наносить на тело, на лицо. Очень приятно все это использовать. Себя чувствуешь очень хорошо, очень комфортно. Вот. И что еще очень приятно, это то, что действительно косметика очень экономична в употреблении, и я думаю, что ее надолго хватит. Кроме того, значит, мой личный результат
неделя употребления, где-то дня через 4 я заметила, что ушла отечность под глазами, темные круги. Это было первым таким вот результатом, заметным очень. Вот. Ну а все остальное, конечно, посмотрим, как будет. Я хочу предоставить микрофон серебряному мастеру компании, женщине, матери 4 детей, Лидии Касапу. Перед вами сидит очень отъявленный скептик, который очень осторожно, очень внимательно всегда обращала внимание на ту продукцию, которая была представлена на мировом рынке. По той простой причине, что у меня от природы очень тонкая, сухая кожа, достаточно проблемная. И очень часто различные косметика вызывала аллергию. И уже после рождения 4-го ребенка, к 40 годам, я стала обнаруживать, что моя вроде в молодости красивая тонкая кожа стала превращаться в сухую, пергаментную, достаточно еще более проблемную. И именно поэтому, когда появилась эта линия, я сначала посмотрела на первый мастер-класс, увидела великолепный результат. Я осознала, что это то, что я искала очень давно. И судя по тому, что вот как я выгляжу, я думаю, что достаточно кожа наполнена именно той энергией, той влагой, которая необходима именно для сухой проблемной кожи. И сегодня, нанося эту косметику, я ощущаю, что в отличие от того, что было раньше, очень жирный блеск, достаточно нужно было мощное питание, хоть как-то залепить, хоть как-то как бы кожу эту привести в чувство, то сегодня, нанося эту косметику, вы видите, хоть на жирную кожу, хоть на сухую проблемную, идеальное соотношение, когда кожа впитывает это все, нет ни жирного блеска, нет никаких неприятных ощущений, все мгновенно всасывается, это просто обалденная вещь, я вам просто рекомендую. Хотите быть красивыми, сексуальными, молодыми, это просто для вас. Дорогие друзья, я хочу вам еще одну вещь подсказать. Иногда мы приходим с работы уставшие, ленимся, не ухаживаем за собой. Ну, завтра, ну, с утра, все-таки перед работой как-то. Найдите всего 3 минуты для того, чтобы поухаживать за собой. Давайте посмотрим, как это происходит в жизни. Сколько времени это реально занимает в обычных домашних условиях, без косметолога, без помощников. Как это происходит каждый день? Давайте заглянем. Линия косметики Solution 7. Ну, стоит оценить свое лицо, да? И вот первое, что мы делаем, мы наносим пеночку, которая называется глубокая очищающая пеночка. Наносим легкими движениями на лицо, буквально полминуты, и мы смываем ее водой. Ну, если сегодня день, когда мы будем пользоваться пилингом, то вот так наносим маску пилинг и легкими круговыми движениями обрабатываем не только лицо, но и область шеи, область декольте, тыл кистей рук, да? Буквально через 30-40 секунд излишняя кожа начинает, поверхностный слой кожи начинает скатываться, и вот мы избавляемся от тех чешуек, которым уже и не место на нашем молодом красивом лице. Так. Посмотрите. Вот такой мелкий-мелкий. Это не абразивные вещества, это отшелушиваются чешуйки кожи. Вот теперь, когда мы убрали с лица поверхностный слой, мы смываем это лицо и промокаем салфеткой. Ну, а после того, что мы почистили лицо на ночь, мы наносим крем, гель, простите, от глубоких морщин на область лица, шеи, декольте. А днем питательный гель. А вот это под глаза, крем, лечебный крем под глаза, наносим на нижнее веко и под бровь. И уголки глаза, где есть морщинки, мягкими круговыми движениями. Так. И вот сразу морщины, вы видите, видны морщины, но они как будто разглаживаются. Замечательно. Ну, можно это делать сразу двумя руками.
вокруг каждого глаза. И теперь наносим крем, увлажняющий антивозрастной крем. На лицо. Как видите, это молодая, красивая женщина. Но она и собирается, и хочет быть и дальше молодой, и красивой. Вот и вся процедура. Она заняла всего 2,5-3 минуты. Вот теперь вы поухаживали за собой. Дорогие друзья, мы были рады рассказать вам о новой линейке Solution 7. У нас есть замечательные буклеты, где описывается и состав, и поэтапно, что нужно делать шаг за шагом. И у нас есть традиция. Те наши дорогие друзья, наши постоянные потребители, которые избрали компанию «Международный коралловый клуб», мы рассылаем газеты. Мы рассылаем газеты, сообщаем новости, какие новые продукты, какие новые возможности. И мы всегда очень благодарны вашим отзывам. Мы их печатаем. Поделитесь своей информацией с другими людьми, для того, чтобы и вокруг вас, не только вы, но и вокруг вас, ваши друзья и знакомые были молоды, были красивы, ощущали себя замечательно здоровыми. И последние несколько слов. Конечно, ухаживать за кожей нужно регулярно, несколько минут в день, 2 раза в день, и вот это уже полный цикл ухода за кожей лица и шеи. Но кормить кожу, беспокоиться о чистоте кожи нужно изнутри, ведь кожа питается, напивается, пьет жидкость, воду, увлажняется изнутри, и защищать ее нужно изнутри. Но об этом наши последующие передачи. Я желаю вам молодости, я вам желаю красоты, здоровья, радости. И пусть ваше лицо, ваша визитная карточка всегда соответствует вашему внутреннему состоянию. Оскар Уайльд говорил: трагедия старости не в том, что тело стареет, а в том, что душа остается молодой. Так пусть же ваше лицо будет таким же молодым, как ваша душа. Здоровья, радости. Всего доброго.